Коллектив газеты «Анапское Черноморье» сегодня – удачное совмещение опыта и молодости журналистов. 27 февраля старейшему печатному изданию города исполнится 96 лет. А в 1918 году газета выходила под названием «Известия Анапского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Редакция «Анапского Черноморья», первая из трудовых коллективов муниципалитета, награждена медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Традиции очень большие, глубокие, награды, заслуги и так далее обязывают нас не опускаться ниже определенного уровня, что мы стараемся, собственно, и делать. Хвастаться сегодня не буду. В принципе, задачи большие, мы их понимаем. Вот, я думаю, что неприятно слышать то, что мы вам, Василий Иванович, не мешаем. Мы бы хотели еще и помогать, вот, и власти, и, в первую очередь, населению, конечно же, потому что они являются нашими читателями. 13 января, в День российской печати, мэр Анапы Сергей Сергеев отправил поздравительную телеграмму и отметил работу всего творческого коллектива газеты. Я в начале своей трудовой деятельности попросил здесь объективно оценивать окружающую ситуацию и те события, которые происходят, потому что к вам очень серьезно прислушивается население. Освещать проблемы горожан, взаимодействовать с председателями квартальных и домовых комитетов, узнавать новости из народа и достоверно их подавать читателям. Мэр Анапы Сергей Сергеев пожелал журналистам газеты перенять принцип Олимпийских игр – смотреть выше, дальше и быть сильнее предвзятого личного отношения к людям, фактам и событиям. Главная цель и средство журналиста – объективная и своевременная достоверная информация. Сергей Сергеев вручил коллективу издания памятный подарок и пожелал благодарных читателей растущих тиражей, крепкого здоровья и новых творческих успехов. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.